Дело становится резонансным. Вот возьмем опять же тех же коллекторов. Вы слышали о том, как ругают коллекторов? Да. Приходилось, да? А последний инцидент, знаете о том, как поджог устроил коллектор, да? Не приходилось? В Ульяновске. За невозврат долга 4000 рублей, который превратился легко в 40 тысяч рублей с учетом процентов, коллектор бросил бутылку с зажигательной смесью в форточку. И эта бутылка попала прямо на кроватку малолетнего ребенка. Нехорошо, неэтично. Но вот это пример, опять же,